Потенциальный инвестор. Компания «Виктория Эстейт» просчитывает запуск в Ненецком округе проекта в сфере агропромышленного комплекса. Энергетическую систему в Амдруме ждет модернизация. Научные сотрудники Московского физико-технического института предложили возможные варианты по повышению эффективности работы дизельной электростанции и ветрогенераторных установок. Гимнастика, физиопроцедуры и витаминотерапия. Эти и другие оздоровительные процедуры доступны посетителям комплексного центра соцобслуживания. Здесь начали работу группы дневного пребывания для нуждающихся в оздоровлении. Лучшие из лучших. Во Дворце правосудия сегодня прошел конкурс профессионального мастерства среди помощников судей. Статус лучшего получит только один из шести конкурсантов. Резьба по дереву, изготовление игрушек и сувениров из меха и кожи оленей. В этнокультурном центре стартовали обучающие мастер-классы по народным художественным промыслам. С главными новостями к этому часу в студии Ирина Нежалова. Здравствуйте. Инвестиционная компания просчитывает запуск в Ненецком округе проекта в сфере агропромышленного комплекса. Речь идет о компании «Виктория Эстейтс», которая администрация Ненецкого округа сотрудничает в рамках заключенного соглашения. Документ был подписан главой НАУ Александром Цибульским и гендиректором частной компании Евгением Ростовым на Российском инвестиционном форуме в феврале текущего года. Накануне представители компании посетили Ненецкий округ. По итогам ряда совещаний инвесторов с руководством Департамента финансов и экономики НАУ и Центра развития бизнеса, компания заинтересовалась четырьмя проектами. Это создание рыбоперерабатывающего завода, предприятия по сбору и переработке дикоросов, а также реализации на экспорт продукции оленеводства и строительством агропромпарка, который предполагает создание материально-технической базы для региональных производителей. Губернатор НАУ Александр Цибульский поручил профильным ведомствам администрации и Центру развития бизнеса оказать необходимое содействие потенциальным инвесторам для просчета бизнес-планов проектов, в частности, с поиском земельных участков, возможных региональных партнеров, а также разъяснением условий получения поддержки для СМП. Научные сотрудники Московского физико-технического института предложили модернизировать энергетическую систему Амдермы, предварительно изучив возможности автономного энергообеспечения арктического опорного пункта. Дополнительно от высшего учебного заведения было отправлено 4 специалиста, которые около месяца проводили наблюдения за ветряными и дизельными генераторами в Амдруме. Свои предложения по модернизации энергетической системы ученые направили в округ. Как пояснили в профильном департаменте, на данный момент населенный пункт обеспечен достаточно хорошим набором дизелей. Однако существуют проблемы, связанные с интеграцией дизельной электростанции и ветроэнергетических установок. По мнению научных сотрудников, модернизация энергетической системы Амдермы позволит на 20% повысить эффективность работы установок с точки зрения минимизации затрат на дизельное топливо, стоимость которого в поселке одна из самых высоких. Сейчас предложение МФТИ с экономической точки зрения просчитывает Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАУ для принятия решения. В течение полугода будет разработан проект капитального ремонта школы в Амдруме. По итогам торгов проектную документацию для предстоящего капремонта образовательного учреждения разработает компания «Скотлса». Окончание работ запланировано не позднее 168 календарных дней с момента заключения контракта. Стоимость проектных работ по капремонту школы обойдется окружному бюджету в 2 миллиона 100 тысяч рублей. В настоящее время школа располагается в трехэтажном кирпичном здании, построенном и введенном в эксплуатацию в 1997 году. Здесь на первом этаже расположен фельдшерский здравпункт, под школу отданы второй и третий этажи. На данный момент школу поселка Амдермы посещают 24 школьника и 9 дошколят. Окружные власти намерены приобрести несколько квартир для расселения ветхих домов в Приморско-Куйском сельсовете. Электронный аукцион на приобретение жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания с высоким уровнем износа, уже объявлен. Согласно конкурсной документации, на территории муниципалитета планируется приобрести 4 двухкомнатные квартиры. Общая площадь жилья составит 204 квадратных метра без учета лоджий и балконов. Квартиры должны располагаться в кирпичных или монолитных многоквартирных домах с высотой не более 2 этажей и классом энергоэффективности не ниже С. Всего на приобретение жилых помещений из окружного бюджета предусмотрено чуть более 13 миллионов рублей. Итоги электронного аукциона планируют подвести 25 октября. Срок передачи продавцом жилых квартир намечен не позднее 30 июня следующего года. Данное мероприятие проводится в рамках региональной государственной программы обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком округе.
В аппарате администрации округа продолжается прием документов для присвоения профессионального почетного звания «Почетный энергетик НАО». Соответствующие ходатайства принимаются от работодателей и представителей муниципалитетов до 22 октября. Звание «Почетный энергетик Ненецкого округа» присваивается специалистам высокого профиля за заслуги в энергетической сфере, а также за создание, проектирование и освоение новых типов энергетического оборудования. Кроме того, звание присуждается за внедрение прогрессивных технологий, которые позволяют сократить использование природных ресурсов и не вредить экологической обстановке. Присваивать звание почетного энергетика НАО начали в регионе в 2017 году, как и остальные почетные звания в отраслях. В прошлом году почетные награды получили более 40 жителей НАО, связанных с такими отраслями, как экономика, строительство, оленеводство, сельское хозяйство, общественная деятельность, здравоохранение и образование. Все награжденные имеют стаж работы на территории Ненецкого округа не менее 15 лет. Имена почетных энергетиков округа торжественно объявят на мероприятии, приуроченном к профессиональному празднику 22 декабря. Жители региона, признанные нуждающимися в социальном обслуживании, могут пройти курс оздоровления в Наринмаре. Группы дневного пребывания начали работу в комплексном центре соцобслуживания. Группа, с которой ведется работа в настоящее время, полностью укомплектована. В нее вошли 12 взрослых и 18 детей. Среди участников – ветеран Великой Отечественной войны, 10 инвалидов. В списке оздоровительных мероприятий, представляемых нуждающимся гражданам, гимнастика, водные и физиопроцедуры, витаминотерапия и кислородные коктейли. Свободное от процедур время для участников проводятся экскурсии, кинопоказы, мастер-классы и другие мероприятия. Начало работы следующая группа определено на 12 октября – 9 ноября и 6 декабря. На каждую смену отводится по 18 рабочих дней. Нуждаемость граждан в социальном обслуживании признается Департаментом здравоохранения, труда и соцзащиты. Подробнее об этом можно узнать по телефону 454-63. Лучший помощник судьи. Так называется конкурс профессионального мастерства, который сегодня прошел в стенах Дворца правосудия. На звание лучшего претендовали 6 конкурсантов, по 2 представителя от окружного и Наринмарского городского судов, а также мировых судей Ненецкого округа. По словам председателя Совета судей Ненецкого округа Александра Лисицына, конкурс профмастерства проводится на протяжении 8-9 лет. Евгений Александрович Махтынов, председатель суда округа, тогда и председатель Совета судей, вел эту традицию у нас. Мы ее соблюдаем, придерживаемся ее до настоящего времени. Я думаю, и дальше будем ее реализовывать, поскольку эта часть, по сути дела, индивидуальной подготовки. Люди, естественно, готовятся и повышают тем самым уровень своего профессионального мастерства. Ну, помощники – это люди, которые в перспективе могут стать судьями. Для победы в конкурсе на звание лучшего помощника судьи участникам предстояло выполнить ряд заданий. Пройти тест, содержащий 70 вопросов по различным отраслям права, решить задачу за 20 минут. Последнее задание в конкурсе – проект процессуального документа. Уровень профессиональной подготовки конкурсантов оценивает комиссия, состоящая из 3 судей. По 1 судье от суда Ненецкого округа, Наринмарского городского суда и мировых судей НАО. Победитель награждается благодарностью Совета судей, предусмотрены денежные премии, ну и к тому же на следующий год устанавливается в повышенном размере надбавка за сложность и напряженность в работе. То есть материальный интерес участвовать также присутствует. В этот четверг аналогичный конкурс профмастерства будет проходить среди секретарей судебного заседания. Чествование победителей пройдет в декабре, в день празднования профессионального праздника служителей Фемиды. Ветераны Ненецкого округа приняли участие во всероссийской акции Росгвардии «Вальс нашей молодости». Песни и танцы в исполнении ансамбля «Созвездие» поселка Искателей искренне тронули сердца офицеров в отставке. Праздничный концерт в рамках всероссийской акции Росгвардии приурочили к Международному дню пожилых людей. Выступление артистов прошло на сцене комплексного центра соцобслуживания. Своими впечатлениями от концерта поделилась майор милиции в отставке Анисия Ивановна Чуклина. Ну, очень понравился концерт. О, приличный был. Правда, народу собралось много. Мало, вернее. Но это, конечно, упущение наше, наверное, всех пенсионеров, что мы потеряли друг друга. Все где-то работают. Ну, как говорится, хоть сколько бы ни собралось нас, нас встретили хорошо. Был концерт прекрасный, чаепитие устроено прекрасное. Вот сидим, общаемся, пенсионеры. Так что
Спасибо организаторам. За пирогами с морожкой ветераны вспомнили годы своей службы в милиции и пообщались со своими преемниками, молодыми сотрудниками полиции и военнослужащими войск Национальной гвардии. Эту акцию «Дню пожилого человека» мы проводим уже третий год. Собираем пенсионеров, они у нас играют в шашки, шахматы, и потом дружно за чашкой чая вспоминают свои службы в органах внутренних дел, рассказывают свои новости. Кто-то бабушка, кто-то дедушка. И вот в этом году мы совместно с отделом Росгвардии, управлением, да, наверное, Росгвардии, провели такую вот акцию, что собрали тоже пенсионеров. И, конечно, хочется поблагодарить организаторов управления Росгвардии за предоставленный такой великолепный концерт. Акция «Вальс нашей молодости» прошла при поддержке окружной полиции, Совета ветеранов ОВД, Департамента образования, культуры и спорта НАО, региональной организации «Общество Динамо» и комплексного центра социального обслуживания. Отдельную благодарность организаторы выражают коллективу ансамбля «Созвездие». Анастасия Саботович, Александр Бобрикович, Сергей Шарун, телеканал «Север». Резьба по дереву, изготовление игрушек и сувениров из меха и кожи оленей и многое другое. В этнокультурном центре Ненецкого округа при поддержке Комитета по национальной политике и делам коренных малочисленных народов Севера стартовали обучающие мастер-классы по народным художественным промыслам. Мероприятие проводится в рамках года оленеводства. Тему продолжит Александра Литкова. Изготовлению традиционной одежды на обучающих мастер-классах для представителей оленеводческих хозяйств округа уделено особое внимание. Этот вопрос крайне актуален. Не секрет, что в последние годы оленеводы и чумработницы предпочитают традиционной одежде современную. Даже для съездов, выездных семинаров и праздничных мероприятий. Узоры вот эти, называются оленьи рога, шьют для паницы. Потому что у меня паница только у бабушки шитая, которые еще из меха, а вот и суконной паницы у меня нету. Поэтому я сейчас собираюсь шить суконную паницу. Программа обучающих мастер-классов обширная и будет проходить на разных площадках. Это и плетение традиционных поясов, и узоры из бисера, а также резьба по дереву и рогу оленя. На одной из площадок мастер прикладного искусства Александр Литков показывает технику изготовления сувенирных нарт. Говорит, ничего сложного нет, если есть хороший материал и инструменты. Я использую и лобзик, и рубанок. Я делаю инструменты, например, стамески из отверток. Потому что для меня проще сделать инструмент и использовать его в работе. В то время как в тундре, конечно, настоящие оленеводы, пастухи, например, они могут сделать те же самые, такие же саночки, нарточки, но используя не дерево, доску, например, то же самое, да, они используют уже, могут одним ножом, ненецким именно, нож именно, да, этим ножом они делают саночки из еры, из веточек ивы. Участие в мастер-классах приняли 12 представителей семи оленеводческих хозяйств из Красного, Неси, Индиги, Нельминого Носа и Наринмара. Проводить их будут специалисты из этнокультурного центра и приглашенные мастера народных промыслов. Я вижу, какой интерес вызвали эти занятия у мастеров. А то, что они здесь получат опыт, усовершенствуют свои знания, это вне сомнения, потому что заниматься с ними будут ведущие мастера нашего учреждения. Это специалист по традиционной стилизованной одежде Дуркина Надежда Яковлевна. Это мастер резьбы по дереву Литков Александр Алексеевич. Мастера по сувенирной продукции, работе с мехом и кожей оленя. Теперь, кроме шитья повседневной одежды, чумработницы смогут заниматься и изготовлением сувенирной продукции. Как считают организаторы мероприятия, посещение мастер-классов – это не только обмен опытом, но и возможность в будущем получить жителям тундры дополнительный заработок. Изготовление изделий народных художественных промыслов, которым мы их сегодня научим, можно заниматься именно в местах ведения традиционной хозяйственной деятельности оленеводов чумработниц. Поэтому мы их обучаем сегодня плетению поясов, резьбе по кости, резьбе по дереву, изготовлению национальной традиционной одежды. По окончанию мастер-классов 13 октября состоится вечер-встреча ненецких родов. На них участники расскажут истории рода, особенности труда и отдыха, семейной кухни, воспитания детей и передачи ценного опыта из поколения в поколение и многое другое. Александр Литкова, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Порывистый ветер, дождь и сложная трасса. В районе Безымянного озера прошел ежегодный велокросс «Осенний марафон». Для 5 возрастных групп было предложено 4 дистанции, максимальная из них аж 30 километров.
Владимир Рожин расскажет подробнее. Номер 213. Приближается к финишу. Кирилл Вокуев, именно так зовут чемпиона в самой младшей возрастной группе соревнований, за победой приехал из Тельвиски. И его итоговый результат вполне заслуженный и даже ожидаемый. Молодой человек всегда активно готовится к соревнованиям. Готовился, тренировался с моим тренером Дмитрием Михайловичем. Там ездили всякие дистанции в лесу. Я люблю спорт и живу им. Среди молодых участников есть и те, кто на велокросс вышел впервые. Александр Миклин еще накануне старта занимался танцами, а уже сегодня преодолевает 5-километровую дистанцию состязаний. Причем до финиша он добрался третьим. Хотелось занять, конечно, первое место, но не получилось. Трасса интересная, горки, лужи, все такое. Главное, чтобы был лес. В лесу это все я участвовал. Здесь природа, свежий воздух. Но для представительниц прекрасного пола организаторы подготовили 20-километровую дистанцию. И, как оказалось, такая протяженность была под силу далеко не всем. Я без подготовки. Ну и что? Тяжело. И если некоторые спортсменки покинули трассу уже после первого круга, то, например, Ольга Ляпина, несмотря на все сложности, сумела преодолеть дистанцию полностью. Тяжеленько. Я в первый раз за все лето села на велосипед, поэтому пока тяжеловатенько. Но нет ничего непреодолимого. На дистанции как профессиональные спортсмены, так и велосипедисты-любители. Некоторые участники вышли на трассу даже целыми семьями. Например, Ольга и Ирина Матвеевы по итогу соревнований заняли первое и второе места соответственно. Трасса очень хорошая, потому что после дождей довольно плотная. Ехать одно удовольствие. Еще бы можно было один кружок, десяточку. Я думаю, мы можем, может быть, даже мужчин бы многих накрыли. Да. Удовольствие обалденное просто. Самое главное, что дождя нет. И надо побольше участников. Я просто всех приглашаю. Удовольствие обалденное. Всего на старт заявилось порядка 30 человек. По словам организаторов, основная задача кросс-кантри – проверить свои силы в условиях бездорожья и северного климата. Он в суровых условиях проводится. Нелегкая дорога, погода должна быть обязательно плохой. Чтобы испытать себя, свою выносливость. Осенний марафон в окружной столице проводится уже третий год подряд. Организаторы надеются, что в следующем году участников велокросса станет еще больше. Владимир Рожин, Игорь Тарасевич, Вести Заполярье. Такова информационная картина этого дня. Новости можно увидеть на нашем сайте www.trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.